Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет о посылочке, которую я получила через BuyNCoins. И вполне возможно, вам будут интересны мои покупки и отзывы. Если так, то оставайтесь со мной, ставьте лайк и делитесь со своими знакомыми этой информацией, потому что она чрезвычайно полезна. Что у нас будет в перспективе на канале? Я жду еще одну посылку из Малайзии. Из Малайзии посылки идут намного дольше. Почему, если вам интересно, то спрашивайте, я отвечу. И вот такие DIY-вазочки я сделала для цветочков, кисточек. Зачем переплачивать производителю, если вы можете просто найти классную стеклянную бутылку необычной формы, вот это от гранатового сока. Вот это, по-моему, на которой написано End, это, по-моему, из ризотто фикс прайс. Вот это еще какая-то вазочка. В общем, просто платить производителю не нужно. Бечевка красивая, наклейка и немного стружки деревянной. И все очень стильно и здорово. Итак, поехали по моим покупочкам. Значит, вот название бренда вы видите. Приходит вот в такой большой косметичке. Сейчас я ее распечатаю. Вот я достала из косметички вот такой сверток. Я распечатываю бумагу, тоже фирменную. И вот такой чехол, в котором хранятся кисточки. Вот еще раз показываю такой красивый фуксиевый чехол. Такая хрустящая фирменная бумажка. Очень-очень-очень все выглядит замечательно. Вот так выглядит чехол, он на молнии. Молния. Одной рукой не сделать, увы. Значит, молния, по-моему, здесь тоже идет с каким-то обозначением фирменным. И вот так выглядит набор, когда его открываешь. Во-первых, все брешгарды, они идут с фирменным названием. Вот такая штучка, значит, чтобы впитывать влагу кистей. Я даже, вы знаете, я их еще не считала и не перебирала даже толком. То есть я только открыла, попробовала ворс и обалдела. В общем, по этим кистям я буду делать отдельный обзор. Это видео выйдет в ближайшее время. Те, кто видит их по цене 20-22 доллара на eBay и на других сайтах, я могу от всей души их рекомендовать. В работе я их еще не пробовала, но они реально потрясающие. Это канал Ольги Швец. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Много интересного и очень много полезного. Я взяла его взамен тому набору, который я брала 3 или 4 года назад. Это были кисти Cheryl Green или Cheryl Green. Ну, в общем, просмотров было много. И буквально вот в последнее время я поняла, что большие кисти пудровые, они сыпятся, они уже начинают сыпаться. То есть 3-4 года при хорошем прессинге эти кисточки выдерживают китайские. Я ссылочку оставлю в правом верхнем углу. И отдельно по этим кисточкам я буду делать отдельный обзор с конкретной демонстрацией каждой штучки и описанием. Всем всего хорошего, пока-пока. Thank you.